Мы опять тут с Рыжим посмотрели в окно. И на градусники с утра. Я говорю, меня аж отшатнуло. Было не видно, да? Не видно. Минус 30. Офигеть. Ну, правда, северная сторона. Но, блин, это холодно. Аж уж вчера было вообще приколенько так, и сейчас прямо... Конечно, котик будет сидеть и смотреть в окно. Чего там, скажи, делать-то? Холодно. Побыла 5 минут на улице. Руки замерзли, ноги замерзли, все замерзло. Не хочет показывать. Замерзло, короче, все. Все замерзло. Колотун-молотун наступил. На южной, конечно. Ну, может, на улице там. Ну, 20-25. Не знаю. Но, блин, все равно на градуснике 30 уже холодно. Капец, как холодно. Да, Рыжик? Рыжик даже сказал, я не... Ой, как ты зеваешь, Кристин. Никуда не пойду. Буду сидеть в окно смотреть. Это было вчера. А сегодня у нас уже минус 35. Вот сейчас чуть-чуть к обеду подымется температура. Это какой-то кошмар. Блин, я не пойду туда. Там холодно.